Основная тема собрания — государственная итоговая аттестация выпускников 9-11 классов. В этом году она будет проходить, как и в прошлом, с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Будут подготовлены маршруты от калитки до класса, входной фильтр, соблюдение масочно-перчаточного режима всеми, кто привлекается для организации и проведения экзамена. Организационно-технические меры пройдут в штатном режиме, но есть изменения в самих экзаменационных предметах. В этом году те ребята, которые планируют поступать в высшее учебное заведение, они сдают русский язык в форме единого государственного экзамена и, соответственно, те предметы, которые им необходимы для поступления в высшее учебное заведение. Те, кто не планирует поступать в высшее учебное заведение, они сдают русский язык и математику в форме государственного выпускного экзамена. 6522 выпускника 9 классов и 3225 выпускников 11 классов пройдут в этом году итоговую аттестацию. Пункты сдачи экзаменов, как обычно, будут организованы на базе общеобразовательных учреждений. Изменения в проведении итоговой аттестации в этом учебном году есть и для выпускников 9 классов. Это два обязательных предмета в форме основного государственного экзамена. Это русский язык и математика и контрольная работа по одному предмету по выбору обучающегося. Что касается контрольных работ, то они пройдут не в основной экзаменационный период, а для них уже на сегодняшний день установлен период, это с 15 по 18 мая. 15 апреля выпускникам 11 классов предстоит писать сочинение допуск итоговой аттестации. ЕГЭ и ОГЭ сдают уже не первый год. Тем не менее, это стресс не только для выпускников, но и для родителей. Поэтому такие собрания вызывают у них особый интерес. Конечно, интересно, потому что у меня дочь старшая. ЕГЭ сдавал 10 лет назад. И для меня интересно, что изменилось и как изменилось, когда она сдавала. Ну, то есть были они, я не помню точно, второй или третий год были вот эти все экспериментальные. И вот, ну, для меня будет интересно, что изменилось и что приблизительно я представляю, что нам ожидать, но все равно страшно. Основные сроки итоговой аттестации уже определены для выпускников 11 классов с 25 мая по 2 июля, для девятиклассников с 24 мая по 2 июля. Это включает дополнительные и резервные сроки основной волны. Досрочного периода в этом году нет. Лина Буянкина, Евгений Фролкин, «Народные новости».